Всем привет, с вами Музей Роботов Трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель трансформера Skullmasher и его пилот Крэкс. Выпущена эта модель в серии Возвращение Титанов, Titan Returns, в 2016 году. Это классический образ трансформер-аллигатор, который был показан еще в первом поколении и также участвовал в полноценной серии Transformer Headmaster в 87 году. Но эта модель выпущена уже в 2016 и приурочена к новой серии трансформеров. Давайте посмотрим ее поближе. Очень красивый, элегантный, технически проработанный трансформер. Как же он трансформируется? Так, давайте сначала кабину покажем, что у него трансформер Крэкс есть. Вот он у него сидит внутри. Не просто его доставать. Да, можно заметить, что там есть. Так, сейчас попробуем подсветить. Да, кабина очень неплохая. В который может садиться этот пилот. Хорошо. Что же касаемо трансформации. Хвост является у него орудием, но также может выступать и такой вот непосредственно. Сейчас попробуем реализовать задумку авторов. Садится пилот, ставится орудие, и вот он такой, как, не знаю, мини-лодка, что ли. Например, если бы тут было во что ему присоединиться, он бы вот так вот мог. А, нет, есть. Давайте реализуем. Хвост защищает убегающего аллигатора. Так, попробовали. Интересный режим. Попробуем его в другой раз. Да, в хвосте у него спрятано оружие. Очень неплохо реализовано. Давайте посмотрим непосредственно Крэкс, как его показали. Прикольно. Цвет зеленый очень нравится. Так, что у нас с трансформацией? Достаточно несложная трансформация. Так, да, так остается. Здесь будет перед трансформера. Просто фиксируется сюда. Хотя, по идее, могли бы их действительно убрать вовнутрь. Потому что здесь очень много пустого пространства, вот это все пустое. Попробую ровно выставить, чтобы он не падал. Так, далее у нас идет голова. Голову можно повернуть сюда и руки.
не поворачивается до конца, а вот так вот фиксируется. Так, ну вот он уже стоит. Так, Рекс. Ставим его на место. Так, вот эта часть может выступать и как оружие. Здесь вот есть порт оружия, непосредственно бластер. А еще можно использовать в качестве щита. Для этого есть вот такой вот небольшой коннектор, полурезиновый. И вот поставить на руку. Как использовать, это уже решает каждый собственник похожей модели. Вот такой вот скалмешер. Ну, пустоты, да. Пустоты на бедре, пустоты. Практически вся пустая нога, правая, левая. Но в остальном, да, пустоты в руках. Но они дизайнерские, конечно, проработаны внутри, потому что видно элементы, видно поверхности. Но в остальном ничего не закрыто. Кстати, это одна из больших претензий фанатов и коллекционеров моделей, что вот этих пустот становится слишком много. Хорошо, на этом, в принципе, можно заканчивать обзор непосредственно модели. Сейчас можно подписаться к нам на канал, поставить лайки, приезжайте в музей, будем вас рады видеть.